Вроде бы 23 года. Вроде бы переходный возраст уже давным-давно закончился. Но хлебало постепенно в прыщах. Да еще и огромных. Может, потому что у меня мозги детские? Или я вечно молодой в душе? Я не знаю. Молодчинки! Вот что я могу вам сказать! Новая серия! Угадай-ка! Постройка кака в Майнкрафте! Здорово всем, ребята! Я не перестаю удивляться, какие вы у меня просто гигантские молодцы. Это просто охрененно, честно вам скажу. Эту карту построил мне подписчик. Если ты не знаешь, что это за рубрика, в описании ссылочка на группу ВКонтакте, куда ты можешь скинуть свою построенную карту. А что строить, как строить, досмотри этот ролик до конца, не перематывай, ты поймешь, в чем заключается суть этой рубрики. Или посмотри предыдущие серии. В описании есть ссылочка на эту самую предыдущую серию. И поймешь, в чем будет заключаться концепция данной серии, данной рубрики. Можешь строить такие же карты, отправлять мне в группу ВКонтакте. И я обещаю, то, что я пройду также твою карту. Кирилл Стукалин. Я надеюсь, то, что я запомнил правильно твое имя. Именно Кирилл построил мне вот эту карту. Я сейчас должен буду угадать, что находится в каждой из комнат. А мы, в принципе, уже будем потихоньку приступать. Добро пожаловать на мою карту. Знаки L на логику, знаки U на усложненные. Ты N одну забыл, но да ладно. То есть в комнате, где будут знаки L, вот. Это значит то, что комната на логику, а там, где будут знаки U, это значит то, что комната усложненная. Хорошо. Напиши экспенник. Хорошечно, сейчас мы геймру... Как там? XP50 Edison. Опыт нужно себе дать, чтобы я смог переименовывать листочки. А мы, ребята, в принципе, будем приступать к первой комнате. Если я угадаю две комнаты из трех, я выиграл. Если я одну из трех, значит я проиграл. Если вообще не угадаю, значит я вообще лошпед. Но да ладно. О! Первая комната. Смотри до конца, и ты поймешь, что тебе нужно. Построить всего лишь три комнаты. В каждой комнате должна быть загадка. Строишь, скидываешь в группу ВКонтакте, я ее прохожу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В первой комнате 7 букв. Я должен угадать по содержанию этой комнаты, что Кирилл мне хотел тут проиллюстрировать, изобразить. Башка дракона. Вот почему-то вот это напоминает мне какой-то портал. Знаете, как портал из обсидиан, только это портал из листвы. И на самом деле я даже не знаю, что ты мне построил, потому что мне ни хрена здесь в глаза не бросается. Какие-то коврики, знаете, как в спортзале пресс качать. Опа, 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 и все. И башка дракона. Она даже не шевелится. Интересно, почему? Она вроде должна шевелиться. Окей, я честно вам скажу сразу, то, что я ни хренашеньки не понимаю, что мне Кирилл тут построил. Но поэтому у нас есть подсказочки. Нужна подсказка? Найди ее здесь. Кирилл, ты понимаешь то, что подсказка должна быть в кнопке? Я должен нажать на кнопку, и мне должны дать подсказку. А не я должен куда-то забегать и еще что-то искать, Кирилл! Так. Алмазный меч, железная лопата, железная кирка и железный топор. Чё? Семена, тыквы, пшеницы, арбуз. Хитрая задница! Ты думал то, что я не замечу, то, что ты тут что-то спрятал? Опа, подсказка. Хитрый жук, слушайте, Кирилл, хитрый жук просто. Хорошо, какая подсказка? К, 1, 2, 3, 4, 5, букву пропускаем, потом А, думай лучше. Я говорю качалка, спортзал, качалка. Я не знаю, что это может быть, что ты мне тут настроил, Кирилл. Это реально качалка, мать твою, Кирилл? Кукрама, кандибобер, нет, не походит. Корабль, какой нахуй? Картошка, картошка. Одной буквы не хватает. Дракон края, Камасутра. Я не знаю. Пускай это будет качалка, я честно не знаю. Вот
изначально мне в голову уже пришла такая мысль, то, что, возможно, это коврики для того, чтобы качать пресс. Я не знаю, что ты здесь хотел изобразить. Может, реально картошка какая-то? Типа... Все, пускай будет качалка. Я дам Кириллу шанс, потому что я пока не понимаю, что он хочет. Пускай будет качалка. Я не знаю, почему качалка. Как мы с вами играем в Билбатве на стриме, угадай, постройка на стриме всегда прокатывает, когда люди строят что-то там, допустим, поставят два стекла, а я случайно напишу лосось, это реально лосось оказывается. Ну, кто смотрит мои стримы, тот знает. Вторая комната! Что здесь такое? Тут есть усложненное или на логику? Мощно, жестко, холодно, хра... Чё за извращение? В смысле, а чё-то здесь было написано? Угадай-ка, угадай-ка. Здесь мощно, жестко, холодно, хорошо. МЖХХ! Прям девиз какой-то! Мощно, жестко, холодно, хорошо! Это что за подсказка такая должна быть? Всего две подсказки. Здесь нет ни L, ни U. Я пока ни хрена не понимаю. Ядрёна мать! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать букв! Привет, Эдисон. Карло. Почему здесь передо мной сидит мужик, а его зовут Карло? Ну ладно, неважно. Есть мужик, есть скелет, который ничего не делает. Это тоже ничего не делает. Кто это такой? Помоги мне. Ага. То есть я должен цепляться за все подсказки. Здесь есть скелет. Здесь есть какой-то чувак, который просто на расслабончике сидит с луком. И есть чувак, который умирает. И который просит о помощи. Может, какой-то убийца? Маньяк? Похитители? Нет, 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 нет. Ну, короче, чувак за... пиндюлил вот этого бомжару голубоглазого и просто сидит расслабляется, да? А почему здесь скелет? И что он здесь делает? У меня такой вопрос. Хорошо, у меня есть две подсказки. Я не знаю, что это за подсказки, я не знаю, в принципе, что мне делать, куда мне нужно идти. Хорошо, здесь головы всех монстров, которые только существуют. В сундуке у меня, у него, у Кирилла, есть железный меч и также... золотое яблоко. Хрен его знает! Ага. А это что такое? Это просто спуск в шаг. Кирилл, ты чё меня обманываешь? Я думал то, что здесь есть какой-то проход. Я думал то, что здесь есть какая-то подсказка. А здесь, оказывается, ни хрена нет, да, Кирилл? Ага. Хорошо. А, хочешь подсказку? Найди её здесь. Сволочь ты такая, Кирилл. Сволочь ты такая. Опа! Я знал то, что здесь что-то будет. Подсказка номер два. Оу-е! Оу-е, Кирилл, оу-е, хорошо, хорошо. Шо ж ты мне тут спрятал-то такой? Шо ж ты? В смысле вторая подсказка? А где первая подсказка, Кирилл? Кирилл! Я в прошлой серии жаловался то, что мне делают какие-то слишком простенькие карты, а здесь что-то слишком сложное. Помощь зала! Кто это может быть? Ребята, кто это может быть? О-е! Прошкентос, утконос, жополезу, короткометражный фильм для взрослых, издевательство над младенцем, убийство среди белого дня, групповушка втроем, письмо другу Геннадию, лук самого сатаны. Кирилл охренел? Кирилл, ты что мне строишь? Я ни хрена не понимаю, Кирилл! Кирилл, дружбан! Говорила мне мама в детстве, читай больше книг. Я не читал. Вот ни хрена не понимаю, Кирилл, что ты здесь хотел написать? У меня просто ни малейших подозрений, ни малейших догадок нет. Я не знаю, что ты здесь построил. Чувак в алмазной броне... убил кого-то. Это убийца, маньяк, похититель.
Каннибал! Каннибал подходит? Не подходит каннибал. Скелет! Первое в голову, первые две мысли, которые в голову мне залезают после того, как я вижу человека в алмазной броне, это или профессионал, ну типа нуб, про вот эта вся хрень на ютубе, или Игорь с картошкой, типа... Как скрафтить алмазную броню? У меня только два варианта. Я ни хрена не понимаю, что ты мне тут построил, поэтому давайте будем переходить к третьему уровню, который, как я понимаю, самый сложный. Усложненный. Забытый. ЕПРСТ. Еще на две буквы больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13 букв. Кто что? Все подсказки в этой комнате. Так, окей, все, начинаем. Как я понимаю, это комп, клавиатура или телек. Но типа картина, типа клавиатура и мышка. Возможно, правильно. Хорошо. Здесь книжные полки. Здесь знак вопроса и какая-то баба с фиолетовыми глазами, которая на меня пялится, и которой я явно 100% понравился. Хелло, ее зовут Куан! Опа! Ты такой, слушайте, пронера, знаете, делает мне такие загадки, то, что я, ну, отгадываю, но все же затруднением. Смотри, какая дверь прикольная. Ладно. О, господи. Кирилл, ты что, мать твою, здесь настроил, а? Что здесь такое? Ни хрена не понимаю! Подождите. Здесь 100% должна быть подсказка. 100%. Она должна здесь быть, но... Я ее не вижу. Походу, я слишком охренел, когда в прошлой серии сказал, что был... Ребята, стройте, пожалуйста, что-то посложнее. Вот кто-то построил что-то посложнее. Я хрен его сейчас догадаю, что это такое! Кирилл, ты издевательски ко мне относишься, честное слово, я не знаю, здесь слишком много букв, просто слишком много букв, я никуда не могу пойти, я ничего не могу посмотреть, меня толкает эта бабенция, я не знаю, что здесь, это слишком сложная карта, ребят, я не знаю, честно, это Белоснежка и семеро гномов, только гномов здесь нет, потому что Белоснежка их захавала. Это холодное сердце или ледяное сердце, как оно там называется? Но это не подходит, потому что здесь пробела нет. Белоснежка. Мать драконов! Я не знаю, что мне Кирилл построил. Кирилл, если там какая-то непонятная диковина, я тебя убью. Хорошо. Вы готовы посмотреть, что мне загадал Кирилл? Мне просто даже интересно. Ага. Раз, два, три. В первой комнате была комната. Он мне загадал не качалку, как я написал. Комнату. То есть ты построил две комнаты. Огород. Гол дракона. Портал какой-то из листвы. И назвал это все комната. Ты построил комнату и загадал мне комнату. Ай, ядрёна перловка. Второе. Профессионал! Я же говорил, профессионал! Вторую комнату я угадал. Профессионал, подождите. Где-то хрень была. Кирилл, мне кажется, ты что-то неправильно написал. Ваш П неправильно написал. Прям до жопы неправильно написал, Кирилл. Где подсказка 2? Где? Про! Фе! Почему ты написал профессионал через Е? Кирилл, ты в каком классе? Кирилл, учи русский язык, пожалуйста, это не оскорбление, это просто тебе совет. Ты мне говоришь, что здесь написано профессионал, но тут тебе пишется профессионал с одной С. Вторая комната не считается. Кирилл сам допустил ошибку. Я вам говорил то, что у меня есть два варианта. Или Игорь с алмазной бронькой, или профессионал. Вторую комнату я угадал. Просто Кирилл ошибку допустил. А третья комната, не скажу, догадайся сам.
Ума палата. Не скажу, догадайся сам. Он мне написал результат в ответ на третью комнату. Не скажу, догадайся сам. Всем спасибо за просмотр. Ребята, должна быть где-то золотая середина. Не слишком легкая карта, где просто, ну, человек ставит зомби и какого-то обычного НПСа и загадывает зомби апокалипсис, я догадываюсь за одну секунду. Ну не такая хрень, что я вообще не мог догадаться, что здесь находится. Ребят, я вам еще расскажу то, что в описании есть ссылочка на группу ВКонтакте. На тему в группе ВКонтакте, куда ты можешь скидывать свои карты, которые я обязательно пройду, если они очень даже хорошие. Сейчас я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибулечки большие, то, что пришел посмотреть новую серию. Ставь лайк и кос, если хочешь видеть следующую. Я еще раз тебе скажу огромное спасибо. Всем удачи и всем пока. Кирилл. Thank you.